Отвали, псина. Господи, боже! Что за тварь? Хороший пес. Что это за тварь? Его зовут Пэкмен. Мы вводили ген вампиров в ДНК других существ. Экспериментировали. Вы создали это вампирское отродье? Шпица кровососа? Да, держи. Прелесть, да? Кого из нас двоих ты спрашиваешь? В отличие от тебя, у этой скотины член присутствует. Ну и когда ты успел рассмотреть мой член, придурок? Я сказал это ей! Бедный Кинг. Ты выглядишь таким потерянным. Милый, дай-ка мне стул. А кровушка у тебя жидковата, любимый. В твоей диете не хватает жирных кислот. Добавь в нее немного рыбы. Поможет. А может, лучше слезнешь немного медовой патоки с моего члена? В моем присутствии никогда не говори слово «член», хорошо? Оно возбуждает во мне зависть. Расскажи нам про Блейда, Кинг. Про новое оружие, про его планы. Я скажу тебе только две вещи. Первое. Прическа у тебя, детка, дурацкая. И второе. Я наелся чеснока и сейчас пукнул. Тихо, но смертоносно. Выкладывай, придурок долбанный! Хорошо! Расскажу вам об этом оружии. Это формула пищевой эссенции. Аромат шоколада сильнее, а калорий в два раза меньше. Карис! Браво, Кинг. Ты очень храбр. Но несмотря на все твое бахвальство, есть то, чего ты боишься. Что может причинить себе настоящую боль? Ты ведь не хочешь снова быть одним из нас? Точно? Я укушу тебя еще раз, Кинг. И пока ты превращаешься в вампира, я буду наблюдать, как твоя жажда становится все мучительнее и мучительнее. И вот когда у тебя уже не будет сил терпеть, я... приведу эту крохотную девочку. И ты ею насытишься. Хочешь, я сделаю это, Кинг? Хочешь убиться ее агонией? Так-то лучше, мой милый.